Алло. Сегодня у нас празднество Шри Ханумана. Что можно сказать о Шри Ханумане? Насколько он был могущественен, столько у него было и качеств, таких как Шрадха, Бхакти, поклонение. Большинство человеческих существ, когда они становятся могущественными, те, кто получил власть, о таких мы говорим, что они стали правосторонними. И такой человек думает о себе, что он выше всех, что все остальные ничто по сравнению с ним. Но Хануман был особенным божеством, особым божеством с особенными качествами. Он был так могущественен и силен, и в такой же мере имел баланс, как Бхакти. В нем было столько же поклонения, столько и силы. И так он ухаживал за своим балансом и жил в этом балансе. Это необходимо понимать. Когда мы получаем реализацию в сахаджа-йоге, то получаем так много сил. И этот баланс также приходит к нам. Мы любим, и с помощью любви, с помощью силы любви делаем нашу работу. Шри Хануман был очень могущественен. У него были божественные силы. У него были силы Наватха, которые называются Гарима и Лахума. Он мог стать таким большим, как хотел, или мог стать сколь угодно малым. Анима, он мог стать бесконечно малым. Все эти силы он получил благодаря Бхакти. Это говорит о том, что поклонение Бхакти и сила – это одно и то же. Тот, кто имеет внутри себя силу, но не имеет Бхакти, становится ракшасом. А тот, кто имеет внутри себя Бхакти, но не имеет силы, становится сумасшедшим. А посредине находятся те, кто в центре, в центральном канале, в котором вы можете иметь как силу, так и поклонение. И каждая частица его тела полна этим. И благодаря этой особенности сегодня в нашей стране и во многих других странах мы слишком поклоняемся Баджранг-бали. Я удивлена, что в других странах дети, когда бы они ни рисовали, прежде всего, они всегда рисуют Ханумана. И вторая его особенность в том, что он был наполовину человеческое существо, а наполовину обезьяна. В том смысле, что это была очень хорошая комбинация человека и животного. Но
чтобы мы не оставляли позади нашей эволюции, но он оставил у себя и взял с собой именно любовь и сострадание. Если посмотреть на гуру, то их существо, их тело должно быть как их севак, ученик, слуга. Или можно сказать, как собака. Собака имеет такую особенность, она похожа на ученика, который полностью покорен и принял для себя гуру. И больше никто не может быть его хозяином. Каждую секунду он готов сделать все, что угодно для своего хозяина. Итак, мы должны понять, что живое существо, которое становится зрелым в эволюции, то, что он узнает, то, что он принимает, это парам-бхакти. Это значит, что бхакти полностью находится внутри нас с самого рождения. Семена бхакти засеяны внутри нас гораздо раньше, когда мы были не в этом состоянии, не в человеческом состоянии. В то время бхакти было полностью встроено внутри нас. Возьмите любое животное, полюбите его, дайте ему немного любви. Если вы дадите ему немного любви, оно станет совершенно с вами. Оно будет ценить вас, оно будет любить вас. Вы, должно быть, знаете историю о том, когда хозяин падает со своей лошади или просто плохо себя чувствует, лошадь склоняется перед ним, чтобы он мог сесть. Таких историй очень много. И о слонах говорят, что их преданность просто поразительна. Слон никогда не создает проблем для своего хозяина. А если какое-то животное, например, лев или другое большое животное, нападает на хозяина, то слон отдаст свою жизнь для защиты своего хозяина, но не позволит этому животному прикоснуться к нему. Эти отношения существуют между хозяином и животными. И эти отношения также находятся и внутри нас. И сила этих отношений появилась в слоне только потому, что внутри него были любовь и бхакти. Мы говорим, что сахаджа-йога — это работа божественной любви. Это так. Но когда идет эта работа, эта сила находится внутри нас. Знаем ли мы об этом или нет? Чувствуем ли мы ее или нет? Но она внутри. И эта сила есть божественная сила. Принять кого-то высшего или склониться к кому-то, все это характеристики этого. Когда мы принимаем своего гуру,
тогда внутри нас есть как Махима, так и сила Гуру. Так что Бхакти и Шакти – это не две разные вещи, это одно и то же. Можно сказать, что если в правой руке находится Шакти, то в левой – Бхакти. Эта комбинация Бхакти и силы прекрасно выражена в Ханумане. С одной стороны, он направился сжечь город Равана, Ланка, и в то же время он упал ниц перед Ситаджи. И Ситаджи сказала: «Нет, ты мой сын, я не могу воспользоваться силой моего сына, мой муж должен прийти и убить этого человека». Когда он убьет его, тогда я смогу вернуться к нему. И Хануман пришел туда тайно и сказал: «Хорошо». Он мог просто перенести ее. Он обладал такими силами. Но он сказал: «Если мать говорит так, то так и должно быть». И после этого произошло это великое сражение. Так это и должно было быть.